Я считаю, что если Назарбаев до завтрашнего дня не проявится, не выступит по телевидению, не так, что какую-то бумажку его со старым портретом 10-летней давности вытащит, а именно вживую выйдет на своем любимом Хабаре и скажет: «О, моя нация, я отец нации, я вас всех спасу, у меня есть 200 миллиардов долларов, я сейчас все проблемы решу». Мы хотим это услышать. Если он завтра не появится, будем считать, что он уже все, покинул нас, и нынешний президент Токаев решил свою власть укрепить. И как укрепить? Нагнать военнообязанных по всей стране, чтобы люди не возмущались, потому что мы же знаем, что за него не голосовали, чтобы люди не требовали досрочных выборов. Он, видимо, хочет таким образом нас запугать. Поэтому, Касым-Жомарт Джихазович, ты передай Нурсултану Назарбаеву, что если он завтра не выйдет, мы воспринимаем, что он уже все, покинул этот мир. Мы должны тогда, как народ Казахстана, принимать какие-то меры, думать, что же мы будем делать и как действовать далее. Потому что мы действительно сейчас находимся на пороге гигантских проблем. У нас эти проблемы сейчас, завтра будет больше. Я скажу, что мы на пороге голода, который очень скоро наступит, который наступил для многих семей сейчас. И только мы сами можем себя спасти.